Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации. Именно в этот день, в 1991 году, над Белым домом в Москве впервые был официально установлен трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Законным отцом триколора признан Петр I, но впервые флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел». Сменялись политические системы, правители, но неизменным оставалось почтительное отношение к государственному флагу, объединившему под своим полотнищем весь народ. Сегодня невозможно представить ни одно мероприятие в масштабах страны, региона, района, города, на котором не было бы государственного флага. А вы задумывались, где и как его шьют? Ответ на этот вопрос мы нашли в поселке Володарского. На территории текстильной фабрики «Возрождение» базируется компания «Символ». Здесь, на площади в 1000 квадратных метров, действует 2 цеха – печатный и швейный. Мастер швейного цеха Галина Николаевна Ельчанова работает на производстве уже более 10 лет. Она гордится выпускаемой продукцией, особенно той, которую делают к праздникам. К примеру, сейчас швеи трудятся над созданием яркой конструкции, которая украсит город Видное в дни празднования 85-летия Ленинского района. Конструкция делается из подкладочного шелка. Разные цвета. Цвета очень яркие. Красные, зеленые, желтые, оранжевые. И получается, конструкция собирается, и она выглядит очень красиво. Также на фабрике шьют государственные флаги России, флаги Москвы и Московской области, и даже флаги зарубежных государств. Наше производство, да, может выпускать до 500 флагов в день. Наша продукция востребована в предпраздничные дни, такие как 1 мая, 9 мая, День России. Перед Днем России в основном заказывают, естественно, флаги России. Причем столь важная продукция выпускается в разных размерах, от самого маленького до самого большого. Самым необычным заказом, пожалуй, является заказ, который мы выполняли 2 года назад. Это был большой флаг 5×10, который летал, российский флаг, который летал над городом Видное на вертолете. Компания «Символ» существует с 2009 года. Здесь трудится около 30 человек, занятых делом государственной важности. И сегодня они с полным основанием могут сказать, что причастны к нашему общему празднику – Дню российского флага. Елена Бабина и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.